Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня с вами в Новоусмане, в нашем новом квартале Бабякова. Здесь происходит открытие парка искусств. Это наполнение пешеходной зоны большой, которая в рамках этого проекта реализована. Мы были вдохновлены нашим искусством русским, первой, третьей прошлого века. Начиналось все с художников. Мы с вами сейчас стоим на площади Казимира Малевича, дом 1, вот это вот прямо настоящий адрес официальный. Вот. Потом мы эту тему начали развивать и доносим до наших жителей, для любых посетителей информацию о музыке, поэзии этого периода. Здесь можно увидеть информационные стенды, есть аудиогид, можно ознакомиться с выдержками о творчестве знаменитых наших соотечественников. Как вообще долго создавался этот проект? Здесь мы начали строить в 2014 году, в первую очередь сдали в 2016 году. Продолжаем развивать этот квартал. Из 6 тысяч квартир на сегодняшний момент времени построено около 2 тысяч. Идет заселение. То есть длинная история, но впереди еще и немаленький срок реализации и развития. Михаил Ястребов набивает уже третью чашку. Его руководитель... Много удобных детских площадок. Театралы считают, что нужно... рассказать о театре начала 20 века.